В региональном министерстве внутренних дел прошла коллегия по итогам 2017 года. В начале мероприятия министр ведомства Александр Щур остановился на приоритетных задачах, которые предстоит решать сотрудникам в наступившем году. В целом, оперативная обстановка на территории региона характеризовалась увеличением количества преступлений. Вместе с тем, сохранилась тенденция к снижению числа тяжких преступлений, в частности, убийств и покушений на убийство, число которых сократилось на четверть. Почти в два раза возросла раскрываемость преступлений, относящихся к категории прошлых лет. Всего отделом экономической безопасности и противодействия коррупции за прошлый год было выявлено 32 заведения, функционирующих под видом биржевой деятельности. Изъято более 300 единиц компьютерного игрового оборудования и прекращена деятельность 12 игорных заведений. Кроме того, особое значение для жителей республики имеет вопрос противодействия кражам скота, количество которых в прошлом году возросло практически на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего было похищено более 3000 голов скота. Материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 65 миллионов рублей. Приоритетными в нашей деятельности являются задачи по защите имущественных интересов граждан, стабилизации обстановки в общественных местах и на улицах республики, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений. При этом будет ужесточен спрос с каждого руководителя. Подводя итоги коллегии, министр МВД Тувы выразил уверенность, что все поставленные перед органами внутренних дел задачи будут выполнены.